Евангелие от Марка, 11 глава, 11 стих. «И вошел Иисус в Иерусалим». Навстречу Иисусу город вышел. Отцы и дети, знатный люд и нищие, пред Сыном Божиим Иерусалим сегодня поклонился до земли. Как громко прославлялось имя Бога, и пальмовые ветви на дорогу бросали руки радостных людей. А до Голгофы 5 коротких дней. Вот подстилают под ноги одежды, так Иисуса не встречали прежде. Ликующий, живой поток сейчас не мог остановить никто. И эхом до небес взлетала слава. Благословен грядущий Царь Осана. И поднимали ко Христу детей. А до Голгофы 5 коротких дней. Хвала звучала громче и сильнее, но Иисусу даль была виднее. И над толпой печальный взгляд Христа уж видел тень Голгофского креста. Обезображенные злобой лица, венок терновый, трость и багряницу, он слышал свист бича и звук плевка, бесстрастные удары молотка. И вновь, головкам детским прикасаясь, благословлял с любовью нежной он. Еще немного, и его, казалось, евреи возведут на пышный трон. Но знал Иисус, недолго время славы, и превратится торжество во тьму. Пройдет всего дней 5, и станет явью то, что теперь открыто лишь ему. Распятие совершится очень скоро. Толпа не знает, знаем мы с тобою. И к Иисусу, направляя взоры, разделим с ним мучительную скорбь. Мой друг и брат, по улицам шумящим мы можем мысленно пройти с Христом, но зная то, что знал Иисус молчащий, не будем ликовать ни я, ни ты. Иисус так близок от ужасной казни. Преклоним наши головы пред Ним. Для христиан сегодня грустный праздник. В преддверии страданий помолчим.
благоговением, трепетом и болью. Он ради нас пожертвует собой. За грешный люд Господь пойдет страдать, а до распятия дней осталось 5. Аминь.